Продолжаем разбирать новые фишки нового архикада. В этот раз поговорим о фокусах, которые можно проделать с таблицами. То есть есть какие-то тут еще мелкие изменения, улучшения, но самое основное внедрение, скажем так, которое было сделано, это табличку можно делать цветную. То есть, допустим, вот мы выделяем, у нас сразу активируется background, фон. И мы здесь можем выбрать какой-то, например, цвет. То есть у нас есть базовый цвет. У нас есть, не знаю, как это переводится, неважно. Короче, смысл в том, что мы делаем таблицу, разбиваем тоном через строчно. То есть надо обязательно выделить то, что мы хотим редактировать, и задать необходимый цвет. Отдельно редактируются позиции, отдельно задается. Я буду брать рандомные цвета. Таблица получится дикой, но ничего страшного. Отдельно конкретные строки редактируются. И в целом, ну, выглядит это, конечно, слегка дико. Но, в общем-то, если не извращаться таким вот образом, как это делал я, можно добиться какого-то, наверное, вполне приличного результата. Надо ли оно? На мой взгляд, да, надо. Буду ли я так делать в проектах? Очень маловероятно. Буду ли я так делать, если будет речь идти о каких-то больших таблицах, ведомостях, спецификациях, с которыми придется работать или мне, или заказчику? Вполне вероятно, потому что одно дело, когда у вас маленькая экспликация помещения, другое дело, когда у нас, например, ведомость, спецификация оборудования на двух листах формата А4, и там несколько десятков позиций, и вот просто банально такая вот разбивка, она сделает эту таблицу более удобной для использования. Поэтому, в принципе, фишка полезная.